Здравствуйте, меня зовут Юлия Клюева. Я дизайнер и художник-керамист. Творчество мотивирует создавать меня новые, прекрасные, уникальные вещи. Каждому проекту я отдаю часть своей души. Поэтому я стараюсь вложить в каждый свой предмет, в каждое свое произведение особый смысл, чтобы он стал значимым и родным. Большое место в моем творчестве занимает таинственность, красота природы, философия природы. И я пытаюсь провести параллели человеческой души и каких-то природных явлений. В различных явлениях природы я и черпаю свое вдохновение. И поэтому в моих предметах необычные формы, которые отражают вот это разнообразие окружающего мира. По образованию я художник и уже достаточно долго занимаюсь дизайном интерьера, но почувствовала в определенный момент особую необходимость в создании необычных предметов для декора интерьера. Поэтому логичным продолжением моей работы стало создание каких-то таких вот авторских необычных предметов ручной работы. В последнее время я активно занимаюсь керамикой, потому что почувствовала необходимость расширить границы своего творчества. А керамика – это ощущение пластичности, возможности придать материи определенной формы. Чтобы зритель задумался над сохранением нашего прекрасного мира и мира внутри себя. Мне хотелось бы, чтобы каждый человек в моих работах находил что-то для себя, видел мои послания, чтобы он также искал равновесие и находил его между внутренним своим и окружающим.